чем что сказать, мы группа Artificial. Конечно, мы не ожидали, что будет так-то хуище народу. Это отвечаю, блядь, мы существуем ёбаных 12 лет. И самое маленькое количество народу на нас тоже. 7 человек, но только потому, что менты половину народа отпиздили. А вот это новый уровень, да, новые достижения. Следующий трек 7 миллиардов. Да ночи! Немного веселее уже, может быть потому, что перед тем, как мы начали выступать, я уже пару пива въебал, и все стало не так уныло, все стало хорошо. Вообще спасибо, что вы все здесь. А следующий трек, это заглавный трек нашего EP 16 года, называется «Шрамы». А дальше все начнется все более и более весело. Как говорится, уже 5 минут как весело, блядь.
А дальше? А что дальше? Кто-нибудь слышал группу Браунинг вообще? Есть такие люди? Было дело. Было дело? Ну, вот сейчас специально для вас. Что, как вообще настроение у вас этим субботним вечером? Живы вообще, блядь, нет? Yeah.
последний раз мы выступали 2,5 года назад. Потом мы еще раз приехали сюда. Мы тогда еще новокузнецкой группой были. И пиздец, у нас звук поломался прямо перед выступлением. Ебать, это был фейл. Слава богу, сегодня мы можем играть нормально. Следующий трек — это сингл, который вышел у нас 22 июня, буквально вот недавно. Называется «Здесь и сейчас». Шарит за Nintendo Core. Слушал когда-нибудь? Кто-нибудь слышал Cameron Consoles Inside My Fingers? Ты слышал? Ты слышал первые альбомы? Когда они прям еще без инструментов и ваших, чисто чипцов. Тогда эту песню ты узнаешь по-любому.
Yeah.
думаю, сейчас это было все. Огромное вам спасибо за то, что поддержали. Дальше вас разогреет Саня. И Стасян будет, да, сегодня, нет? Вот и заебись. Вот замечательно, красавчик. Спасибо вам за поддержку, ребят, вы просто лучше вытащили просто вечер. Больше сказать нечего, только спасибо каждому, могу руку пожать, если вам не стрёмно хуй стоит.